И 25 июня в Украине отмечают День таможенника. Провести праздник оригинально решили одесские таможенники. В это воскресенье они коллективно сыграли в квест. Все задания были так или иначе связаны с их профессиональной деятельностью. Вместе с ними тайные коды искала и наш корреспондент Татьяна Лесничук. Ей слово. Это совсем не туристы. В тельняшках под гитару возле дюка поют одесские таможенники. Я скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Почему такие веселые? Праздник у них профессиональный. Именно в этот день они решили сыграть в квест. Одно из заданий – спеть песню про моряка возле памятника основателю города. После этого они получат код к следующему заданию. Найти цифры и сложить код таможенной декларации, так скажем. Таможенная декларация? Это ну, это ППшки. Пока еще не знаем. Вроде как апельсин. Ну, посмотрим, сейчас вот мы ищем. Возле одесской взятки, так называют в народе памятник апельсину, участники квеста ищут цифры, зашифрованный код. Тут, получается, все закодировано. Нужно код апельсина, таможенный код. Знаете, я так понимаю, код железа и груши. За ходом игры в тайной комнате следят администраторы. Саш, у первой команды прошло время, надо им выдавать подсказку. Да, давайте. Всего квест состоит из 10 тематических заданий. Для того, чтобы перейти к следующему, участникам нужно сначала найти и написать администраторам код или несколько кодов. Только потом они получают загадку, где находится следующая локация квеста. У нас игра тематическая, она посвящена по большей части истории Одесской таможни. То есть все задания, связанные с историей Одесской таможни, места поиска тоже каким-то образом привязаны к Одесской таможне. На каждое задание у нас дается 50 минут. То есть, если команда не успевает за 50 минут выполнить задание, она получает просто следующее. Всего в квесте участвовали 7 команд, 6 из них – работники Одесской таможни. Еще одна – представители экспедиторской фирмы. Именно они и финишировали первыми. Это интересно, это саморазвивающее. И плюс мы работаем в этой отрасли, и нам интересно. Очень сильно. Адреналин вообще здорово, вообще такие задания классные и настроение поднимается. Команда из 3 экспедиторов за 2 часа справилась со всеми таможенными заданиями. Я очень рад, кроме того, что мы с ними работаем постоянно над теми моментами в таможне, чтобы было там прозрачно все и быстро проходило. Они сегодня своими действиями доказали, что на таких ребят у нас опора. Я очень рад, что коллектив Одесской таможни сегодня не победил. Такой вид активного отдыха таможенникам пришелся по душе. Говорят, обязательно повторят в следующем году. С интересом и всей команде, то есть всему нашему делу, у нас получилось отдел из 2 команд, то, что оно составился. Очень интересно, очень завлекательно. Победителей квеста наградили кубком, вручили медали и подарки. С профессиональным праздником работников таможни поздравляют Татьяна Лесничук, Игорь Казанжи и весь 7-й канал.